Windows содержит в себе огромное количество шрифтов, это мы и так знаем, с засечками, раздражающие и просто забавные. Но вы когда-нибудь задумывались, а зачем в винде шрифт, который вместо букв содержит различные пиктограммы и значки? В чем его смысл? Обо всем по порядку. Данный шрифт называется Windings, и он впервые появился в Windows 3.1 в начале 90-х. Цели шрифта сугубо декоративные. Стрелки, указатели, эмоции, знаки зодиака, цифровые указатели, положение часов и тому подобное. Также там присутствуют и элементы технологий – телефон, компьютерная периферия, да флоппи дискета. Его смысл заключался в быстром способе сделать визуальное оформление документу и всякого рода таблицам. Вот эти стрелки вы, например, явно могли видеть во многих местах. Только вот в массовую культуру шрифт попал не очень здорово. Его особый набор символов позволял составлять вполне себе интересные комбинации, и преобразовав их в обычные буквы, получались аббревиатуры или трагические значения. Создатели шрифта даже не предполагали, что на этом будут строить теории, и их символы начнут всячески пытаться расшифровывать. С появлением эмодзи и развитием стандарта Unicode необходимость в нем отпала, но он по сей день есть в системе, в качестве совместимости. Кстати, если вы не знали, то колесико экрана загрузки и нынешние пиктограммы Windows 11 тоже являются обычным шрифтом. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, подписывайтесь и смотрите полноценное видео.